Боевики покидают пригороды Дамаска. На этот раз они уходят из города Муадамия. И вот после того, как антиправительственные группировки покинули соседнюю Дарью, их сопротивление уже выглядит бессмысленным. Чтобы избежать жертв среди мирного населения, правительство Сирии предложило боевикам беспрепятственно покинуть осажденный город. Гарантом их безопасности, кстати, выступает российский координационный центр по примирению враждующих сторон. Из города уже вышли 123 боевика. Координационный центр в Хмеймиме играет огромную роль в процессе перемирия. Российские военные стремятся защитить таким образом мирное население. Американцы же привносят только разруху и терроризм. Россия же присутствует тут ради добра и мира. Тем временем сирийские саперы разминируют ранее оставленные боевиками соседний город Дарья. Смертельные подарки здесь повсюду, под городом, и вовсе разветвленная сеть подземных тоннелей. Некоторые из них тянутся на километры. И, естественно, перед уходом боевики их тщательно заминировали. Это осколочная противопехотная мина кустарного производства, электрическая система инициирования. А вот это самодельное взрывное устройство. Мы их уже обезвредили.